Ну что, погнали! Эй, Мелмен, ты видел Алекса? Он неважно выглядит. Ай, такой ужас. Я знал, что в итоге один из нас подхватит местную инфекцию и отправится в мир иной. Наши тела просто не созданы для того, чтобы выжить здесь. Понимаешь, Глория, наши тела не созданы для этого. Мелмен, успокойся, приятель. Не думаю, что Алекс заболел. Наверное, он просто очень голоден. Ты заметил, что он ничего не ел на банкете? Да, я заметил, но все это только потому, что мы не видели дерево с бифштексами. Как только такое дерево найдется, Алекс накинется на него. Все это чудесно, только дерево с бифштексами не существует. Ой, я опять начинаю беспокоиться. А это может привести к усилению вегетососудистой дистонии. Короче говоря, к нервному срыву. Мелмен, ничего с тобой не случится. Но нам нужно придумать, где достать бифштекс для Алекса. Вон идет Моррис. Спроси, не поможет ли он? Да, проблема. Мелмен, какое счастье, что ты здесь. Эй, а в джунглях растет дерево с бифштексами? Извини, друг, никогда о таком не слышал. Но если бы у нас были бифштексы, то они точно росли бы на том огромном баобабе. К несчастью, он кишит червями. Ты не можешь помочь нам спасти дерево от червей? Тогда бы мы поискали эту штуку под названием бифштекс. Хорошо, что я не настолько высокий, чтобы увидеть этих... Ай, черви! Почему ты мне не сказал, что они такие страшные? Я пытался, Мелмен. Ты можешь спасти дерево и выгнать червей из их гнезд, поднявшись на эти грибные платформы вокруг дерева. Наши друзья, летучие мыши, приготовили для тебя кокосы, чтобы бросать в червей. Но я слышал, что черви ядовиты. У меня нет иммунитета к токсинам. Тогда постарайся их не трогать. Понятно, значит... Заберись на ту платформу. Угу. Ужас. Нельзя нам дотрагиваться до червей. Хоть я и люблю жаловаться, но в метании кокосов что-то есть. Сейчас метнем. Есть у меня проход. И сейчас этих уберем отсюда. Все. Эй, нет. Не допрыгнул. Так. Что там опять? Опять эти? Ой, фу, как отвратительно. Один червяк, по-моему, сам свалился. Самоустранился. Ух, странный звук. Так. Надо приглядывать за этими хищниками. Как их тут много? Я смогу запустить в них кокосом. Что надо? Она пыталась клюнуть меня. Еще какие-то птицы агрессивные здесь. Будто мало мне червей. Ладно,
Продолжаем. Подождите, как здесь я, наверное, опять не запрыгну, не перепрыгну. Может, туда сначала? Угу. Так, так, так. Стоп. Ага. Ой, сваливаем. Эй, вы чё, здесь? Сдурели? Антибактериальное мыло. Уйди, некогда, видишь? Разборка с червями. Сразу два гнезда. Ты спас дерево. Теперь путь к вершине свободен. Тут у меня еще червячки сейчас. Разделаемся с ними. Нормалек. Наверное, нужно было сказать всем, что я боюсь высоты. А я боюсь жуков и червей и пауков. Что теперь делать? Погнали. Хорошие новости, Мельман. Мы нашли главное поселение червей. И это хорошие новости? Да, хорошо, что мы его нашли. Но плохо то, что они плодятся со страшной силой. Нужно остановить их как можно быстрее. Это ужасно. Похоже, там внизу целая армия этих мерзких существ. Верно. Тут ты должен взяться за дело. На этот раз на головы этих червяков и их гнезда ты сбросишь вместо кокосов дурианы. Мы рассчитываем на тебя, Мельман. Вперед! Бросаем дурианы. Ой! А, нужно долго держать сейчас. Держим. Далеко. Уже лучше. А, опять далеко. Так, навигатор у меня барахлит. Сейчас. Готово. Теперь найди следующую порцию дурианов и уничтожь очередное поселение. Как он меня назвал? Долговязый? Обзывается еще мелкий такой. Угу. Так, ну вот я вроде бы прямо стою. Недолет. Подальше кидаем. Перелет. Что ж такое? Ну-ка. Еще далековато. Да блин. Почему-то мне трудно в него попасть. Почему? Двоих уж нет, осталось двое. Иди вперед, и я с тобой. Эй, стихи получились. Ух ты! Если я поднимусь выше, вероятность отека легких сильно возрастет. У Мелмана у них такой, да, он все время ноет. Нет, нет, нет. Ну почему так? Я же вроде бы там на потоке была. Почему он упал-то? Еще ужас. Ох, у меня уже достаточно проблем, чтобы заниматься еще и этим. Давай, давай, давай! Фу. Если я поднимусь выше, вероятность отека легких сильно возрастет. Так, вот у нас еще одни дурианы.
Ага. Ну что, сколько вам зарядить? Это слишком далеко. Так, попробуем на двоечку. Близко. Ближе к тройке. Да блин, ну какая здесь должна быть точность, а? Ну зачем они так сделали? О! Яблочко. Одним из побочных эффектов высоты является головокружение. Опять эти вихри. А, хоть бы не свалиться. Угу. Далековато. Так, ну что же. Попробуем вот так. С первого раза. Спустись и прикончи оставшихся, пока они не сбежали. Каждый червяк — ползучее биологическое оружие. А где они, кстати? Оставшиеся. Чтобы очистить это место, лучше уничтожить... А он же не хотел их касаться. Так. Чуть не свалилось. Каждый червяк — ползучее биологическое оружие. Ну что, ребята, подходи по одному. Они еще нападают, гады. У тебя получилось! Ты наш герой! Да, тяжело было. Ты старался изо всех сил. Мелман, глазам своим не верю. Когда ты стал таким героем? Ты всех спас! Как насчет еще одного маленького задания? Эй, сейчас моя очередь. А что нужно делать? Помните сумасшедшего крота с банкета? Он со своими друзьями поселился в нашем саду под землей. Они все разрушают. Задание для Глории. Сад с острым перцем. Что? Побеседовать надо. Ситуация ясна? Я из кожи вон лезу, чтобы сад приносил отличный урожай. А этим кротам на все наплевать. Ты сможешь мне помочь? Я в игре. Что нужно делать? Отлично. Эти ребята различаются по цвету. Черные почти безобидны. Серые – настоящие звери. Ну а коричневые – нечто среднее. Покажи этим паразитам, что настроено серьезно, и получишь по одному очку за каждого из черных, по два за коричневых и по три за серых чудовищ. Если наберешь достаточно очков, с моими проблемами будет покончено вот так. Что мне с ними надо делать? Идите ко мне, маленький. Мочить? Где они? Вот тебе немножко пьет. Блин, горелый, вот это здорово. Ага, кегельбан. Так, ну, подходите. Вы выбрали не тот сад, негодяи. Не могу остановиться. О, как их здесь много. Я почему в них попасть не могу? Вы выбрали не тот сад. Поберегись. Сколько надо-то еще? Ой. Неплохо, но ты ведь можешь лучше, правда? Высокий результат 60.
А что надо еще раз? Пойдем посмотрим, что там делает Мелман. Ты давно видел Алекса? Алекса? Да вот же он внизу. А ты видел, в каком он состоянии? Я очень за него беспокоюсь. Вы так аппетитно выглядите сегодня. Да, бедный. На обед. Кушать хочет. Не нравится мне это. Нужно найти Марти. Мелман, чтобы встретиться с остальными, нам нужно пройти через долину к той пещере. Март, кажется, у Алекса возник тебе нездоровый интерес. Думаешь? Что ж, ты можешь помочь? Если перенесешь меня с одной платформы на другую, мы избежим встречу с твоим сумасшедшим другом. Это выполнимо. Наверное. Просто оставайся в воздухе и не падай вниз. Даже и не думай, что тогда может случиться. Да уж. Он не сумасшедший. Он голодный. Я совершенно не чувствителен к боли. Ну же, Морт, я просто хочу поиграть. Так, надо как-то здесь перелететь. Поиграем. Так. Алекс, прийди в себя. Вернись в угол. Или сделай что-нибудь в этом духе. Ну, кушать хочет. Кейса. Ой. Наконец-то! Пора играть. Так, а надо было, видимо, там быстро перепрыгнуть. Да ё-моё. А, мы всё-таки поиграем. Начинала я лучше, ладно. Сейчас там осмотримся, если я туда перепрыгиваю. А, отсюда не видно пока, ладно. Как я тебя понимаю? Ой, нет, нет, стой. Конечно, он хочет кушать. Так, а мне его там нужно что сделать? Перепрыгнуть? Он, кстати, уже и убежал. А, вон он где. Так. Морт, спускайся, и мы поиграем. Ну, вон он где уже. Офигеть! Боже, Морт, я просто хочу поиграть. Опять эти вихри. Прошло неплохо. Дальше-то куда? Как-то далеко, я боюсь. Почему так далеко? Так, дальше. Он куда-то скрылся. Я боюсь, что он опять там выскочит. Ой, я успела. Надо же. Так, теперь вон туда. Получилось. Фу, если бы мы коснулись земли, я бы уже не дышал. Да. Да пару раз так и было. Марти с Глорией внизу. Сейчас уже меньше волнуюсь. Кажется, твой друг Алекс понял, что он все-таки хищник. О чем ты говоришь? Ну, Алекс лев, а львы едят других животных, из которых получаются бифштексы. Не понимаю.
А это тебе поможет, Мел? Мясо он хочет. Алекс только что укусил меня за зад. Видишь? Да. Вот это укус. Бежим, если не хотим превратиться в бифштексы. И мы снова на пляже.